Вот что происходит у меня в теплице. Вот редиска вся такая пожранная. Не знаю, что такое происходит, никогда такого не было. Но я грешу на муравьев почему-то. Ну, почему бы нет? Это же еда, а муравьи, они любят поесть. Тем более она сладенькая, вкусная. Мне кажется, что это муравьи. Сегодня еще заново буду пересеивать огурцы, потому что сеяла 3, зашли 2, да и то их кто-то съел. Вот здесь 2 огурчика росло, уже семидольные листья, и уже вторые, даже настоящие листочки стали появляться. И в одну ночь кто-то сожрал оба огурца. Прихожу, а тут вообще даже следов нет от огурцов. Перекопала всю землю, искала, думала, может, какая-нибудь медведка или что. Никого не нашла. Ну, буду пересеивать заново. Что же делать, не знаю. Миська! Миська! Всегда, когда зайду в теплицу, она там сидит, просится. Но ей нельзя в теплицу, потому что она любит валяться в земле. Обязательно, вот как только увидит землю перекопанную, обязательно будет валяться. Все мне поломает. Перцы ломает мне, помидоры, все. Поэтому в теплицу им вход воспрещен. Вон сидят. Знают, что здесь тепло, хорошо. Все время зайду в теплицу, и они такие мяу-мяу просятся. Сегодня начнем садить картошку. Замочила ее в марганцовке. Вот такая она хорошенькая. У меня такая с хорошими такими росточками. Отлично. Все-таки удачная оказалась идея посадить тюльпаны между пионами. Пока одни набирают свою силу, другие уже во всей красе. Доброе морозное утро. Ой, даже пар идет изо рта. Ох. На градуснике у нас 3 градуса. И это еще потеплело. Ой, зато пахнет как. Воздух такой прям свежий, морозный. Чувствуется прям запах такой мороза. Ничего, я так быстренько сейчас пробежала по огородику, по садику. Вроде ничего не померзло. Может, был 0 ночью или рано утром. Вроде все стоит целенькое. Вот. Мне главное волновали почки на винограде. Ничего, все хорошо. Все живо-здорово, слава богу. Ой, все равно как прекрасно, даже когда холодно.